7 июля. У меня улыбка до ушей, потому что мы наконец-то нашли наш первый подберезовик. Молоденький такой, такой шикарненький, такой красивенький, такой вот, такой как с картиночки. Вот, посмотрите, он только вылез. Боже, какая прелесть. Как мы рады. Вот, молоденький совершенно. Красавец. Да. Да. Первый благородный гриб в этом году. Первый в сезоне 23. А вот и второй. Это уже побольше. Это уже как минимум на день старше. Ну, чистый. Тоже чистенький, конечно. Даже чувствуется, что чистенький. Ну вот уже. Уже суп. Еще, да, уже грибной. Уже суп.